Югра вновь стала центром мирового бильярда. Только на этот раз чемпионат мира по свободной пирамиде прошел в Сургуте. В мужском и женском турнирах выступили 72 спортсмена. Югру на чемпионате представили 14 человек. По одному из Ханты-Мансийска и Нефтьюганска, остальная часть команды из Сургута. Но до финала нашим бильярдистам добраться не удалось. Артем Балов, который в преддверии мирового турнира стал чемпионом страны, завершил выступление еще на стадии 1/8. Если говорить о чемпионах, то решающие игры точно останутся в памяти сургутян. Сначала Элина Нагула на классе переиграла Анастасию Зверинцеву со счетом 6-0. А затем Никита Володин совершил невероятный камбэк. Его сопернику Владиславу Осьминину до чемпионства не хватало одного точного попадания. Но после удара шар предательски застрял в лузе. Этой ошибкой и воспользовался Володин. Поймав кураж, Никита взял 3 партии подряд и первый раз в жизни стал чемпионом.